Кировске ярко и весело отметили День молодежи. Солнце, свежий воздух, море творчества. На различных площадках Дворца культуры все желающие могли поучаствовать в конкурсах, мастер-классах, потанцевать и посмотреть выступления эстрадных артистов. Праздник прошел в активных играх под бой этнических барабанов и динамичный брейк-данс. Мурманский коллектив «Драм-там-там» призывает удачу боем этнических барабанов. Природа услышала. Греет солнце. В театральном дворике кто-то примеряет костюмы, кто-то мастерит шляпы из бумаги или рисует. Я поздравляю всех с праздником. Всего самого хорошего. Развития молодежи, чтобы было чем гордиться. Кировская апатитская молодежь творческая и спортивная. Пример тому – лазертаг. Любой желающий мог совершенно бесплатно почувствовать себя стрелком. Любителей такого отдыха нашлось немало. Лазертаг – это спортивно-развлекательная игра бесконтактного вида. То есть формально это тот же самый пинбол, но с лазерным излучателем. То есть используется инфракрасный луч, как в пульте телевизора, передать сигнал на повязку. Сигнал принимается, засчитывается попадание, непопадание, все остальное. Ну, цели банально простые – победить врага. Весь праздник сопровождается музыкой. На сцене эстрадные артисты, а у Дворца культуры – восточные танцы. В зале фестиваль брейк-данса. Батл самый молодежный. Отходите от компьютеров, идите заниматься спортом. Да. И самое главное, не смотрите спорт, занимайтесь им. Тем, кто хочет освежиться после активных игр, предлагают квас ребята из молодежной организации «ФосАгро Апатит». Мы по традиции отмечаем День молодежи, раздаем бесплатно наш апатитский квас, золотое кольцо. Деткам дарим воздушные шарики, раздаем их всегда очень много. В этот раз придумали старые забытые игры из детства. Это городки, резиночки, классики. Квас, наверное, вкусный. У нас всегда вкусный квас, и когда говорят, что он бесплатный, то, конечно, он становится еще вкуснее. На праздник пришли мамы и папы с детьми. Настроение отличное. То ли еще будет. Самое интересное впереди.